первых числах мая общественный транспорт изменит свое расписание. Количество автобусов, трамваев и троллейбусов увеличится. В ночь с 30 апреля на 1 мая на пасхальную службу добавят вспомогательный транспорт. Также от женского и мужского монастырей будут ходить пассажирские автобусы. Кроме Пасхи, добавочный транспорт появится и на проводы. Расписание одесситам расскажут позже. Оно появится на сайте горсовета. Запланировано функционирование с 6 утра, с 22.30 до 6 утра, 13 троллейбусных маршрутов, 7 трамвайных маршрутов и 6 маршрутных автобусов.